Привет всем. Роджеру Уотерсу посвящается. Концерт сегодня вечером. Билеты давно куплены. Остались считанные часы. Прошлый раз это была стена. Очень памятное событие. Прошло уже много лет. Английский я выучил только за то, что им разговаривал Уотерс. И это во многом так. В школе он у меня шел очень плохо. И только уже после школы, когда захотелось понять, что там флойдовцы поют, ну и читать техническую документацию, тогда английский попер. Я дальше вставлю песни с титрами с сольного альбома, который появился благодаря одному профессору из Нью-Йоркского университета. Так вот получилось. Оригинал песни я вставить, конечно, не могу, из-за ютубовских политик дурацких. Я вставлю кавер, очень неплохой кавер. Оригинал сможете послушать по ссылке в конце. Песня мне во многом близка, как и вообще творчество Уотерса. Там есть как знакомые мотивы об отце, так и упоминание о некой ней. Это она, это с большой вероятностью вторая жена Уотерса, о разрушении отношений, с которой он, видимо, жалеет. И это напоминает, что режим, который такие, как я, выбрали себе для жизни, не был задуман изначально. Не просто так было сказано «нехорошо человеку быть одному». Это просто приспособление к агрессивным условиям, и это очень печально. Человек привыкает и адаптируется почти ко всему, и к этому тоже. Я думаю, что так не было задумано изначально. Ну а сегодня же вечером, точнее уже ночью, после концерта, я должен оказаться в славном городе Ярославле. И если вы бегаете, то знаете зачем. Дети уже все разъехались, заняты учебой, так что едем во взрослом составе. И Полина Андреевна там уже заявлена, я проверял. Так что будем бежать с ней в одной толпе, который год подряд. Может, и кто-то из вас там будет, как знать. Если так, то физкульт-привет. Всем пока и удачи. The lamp. Genie came out smiling like some eastern tramp. He said, "Hey boy, what's up? Why is it going wrong? We can have two trees if you don't take it too long." That's the way it goes.
is the lamb slain. It's time for me to go. Thank you.